24.10, 24.20 на связи, как слышишь, прием? 24.10 на связи, прием. Как слышно, прием? Слышу хорошо, прием. Они могут устанавливать связь в любой обстановке с использованием минимального количества инструментов. Специалисты связи должны знать основы электротехники и механики, правила обслуживания и ремонта аппаратуры. Всему этому обучают в Межвидовом региональном учебном центре войск связи. Сейчас в учреждении продолжается подготовка военнослужащих. Парни учатся выполнять задачи на унифицированных командно-штабных машинах. Они оснащены приборами спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС, цифровыми комплексами связи и другой современной техникой, стоящей на вооружении Вооруженных сил России. В учебном процессе мы используем передовой опыт, полученный офицерами в ходе специальной военной операции. А практические нормативы отрабатываются на поставленных согласно государственному контракту программно-аппаратных тренажерах, которые в точности повторяют образцы реальной техники связи. Межвидовой региональный учебный центр войск связи готовит младших специалистов связи по 11 военно-учетным специальностям, в том числе начальников командно-штабных машин, радиотелеграфистов, механиков станции спутниковой связи и специалистов по ремонту радиостанций. Анна Тищенко, Управда ТВ.